Фонд содействия аварийно-спасательным формированиям представляет. Начался сезон купания. Стало жарко. Люди безрассудно бросаются в воду. И тонут. Тонут, прежде всего, от того, что не умеют плавать или плохо плавают. А также в состоянии алкогольного опьянения. Как часто, уповая на счастливый случай, мы забываем народную мудрость. Не зная брода, не суйся в воду. Ведь каждая река имеет свои опасности. Ямы, водовороты, быстрое течение. И пренебрежение этими факторами часто приводит к трагическому исходу. Июня, в 5 часов утра, спасателям сообщили, что на реке Днепр утонул человек. Глубина большая, течение все-таки там меньше, 5,5 метра. Спасатели сделали все от них зависящее, но вернуть человеческую жизнь не в их силах. Люди гибнут из-за своего страха и паники. Нельзя паниковать. В прошлых наших передачах мы уже рассказывали вам о работе спасателей-водолазов. И вот еще один случай, но без трагического исхода для потерпевшего. Микрорайон Киселевка, озеро в лесопитомнике. 5 июля в 17:45 спасатели, дежурившие на озере, услышали крик о помощи. Начальник поисково-спасательной группы города Смоленска Андрей Булгарин бросился на помощь. Я быстро сбросил одежду и бегом выскочил, побежал к тому месту, откуда доносились эти крики. Подбежав на пляж, так называемый, я увидел, что два парня ныряют в воду, предположительно в том месте, где пропал этот потерпевший. Вынырнув из воды, я увидел, что один из рядом купающихся зацепил потерпевшего за ногу. Человек уже потерял сознание, он был синий, без каких-то движений. То есть где-то предположительно он пролежал или находился под водой где-то около минуты. Вот. Подплыв к ним, я взял его подмышки, и мы стали энергично плыть уже к берегу. Когда вытащили на берег, цвет лица у этого паренька был синий, губы фиолетовые какие-то, вот синюшный цвет уже пошел. Я положил его на колено, то есть в первую очередь надо было удалить воду из легких. Вот, при потрясывании у него вода отошла пальцем. Освободил еще от различных посторонних предметов, то, что было во рту. Рот ему стер, приложился и сделал ему искусственное дыхание. Потом энергичным движением рук провел массаж. Вот. Потом начал интенсивно растирать его, ноги, тело, грудь. И накрыл теплым одеждой, той, в которой он находился. После 5 или 10 минут вот такого массажа тело начало розоветь, теплеть, синюшность пропала. Я посмотрел то, что он уже как оценил обстановку, то, что он возвращается уже к жизни. Большое спасибо, конечно, медицинским работникам, потому что они подъехали очень быстро. Где-то минут через
8 или 10, когда все службы оказывают внимание и помощь понемножку, но все вовремя, поэтому и получается, что в этот раз мы помогли одному человеку вернуться к жизни и продолжать свою... радоваться жизни, что ли. Да я уже без сознания на дне был совсем. Я помню, что тонул. И все, я очутился в больнице. Мальчик, Павлюцкий Миша, был переведен к нам из реанимационного отделения областной детской больницы в тяжелом состоянии. После переохлаждения в воде длительного у него развилась аспирационная пневмония, двусторонняя. И в настоящее время он получает лечение в нашем стационаре. Спасибо службе МЧС за то, что спасли меня. Мы живем в относительно спокойной средней полосе России. Но зачастую погодные условия складываются таким образом, что возникают столь неприятные природные явления, как смерчи. Смерчи – это атмосферные вихри, возникающие в грозовом стане и распространяющиеся по поверхности воды или земли. Смерч имеет форму столба. Воздух в нем вращается и одновременно поднимается по спирали, втягивая с земли пыль, воду, различные предметы, нанося существенные разрушения. Нынешним летом смерч посетил два населенных пункта области – деревню Шмаково Починковского района и деревню Гаристово Ельнинского района, принеся жителям немало неприятностей. Треть домов осталась без крыш, повалено множество деревьев. Лично выезжал на место происшествия, изучал состояние и совместно с соответствующими органами местного самоуправления, с администрацией соответствующих районов, с начальниками отделов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций данных администраций районов. Мы определились по выполнению задач. Я должен сразу сказать, что здесь... И администрации районов и Починковского, и Ельнинского проявили оперативность, проявили, так сказать, завидное, так сказать, стремление к выполнению задач, оказанию помощи людям. Я очень благодарен этим должностным лицам за ту оперативность, которая была проявлена, потому что действительно здесь создавались определенные трудности, учитывая наше финансовое положение. И когда человек остается без крова, когда у него над головой светится, так сказать, небо вместо крыши, естественно, для человека, учитывая погодные явления, когда дождь не прекращался несколько недель, естественно, мы должны были в первую очередь позаботиться о том, чтобы людям оказать помощь. На сегодняшний день выполнены мероприятия в Починковском районе практически на 60%, 70%, по жилым постройкам на 100%. А сейчас вопрос идет о помещениях административного характера. И то же самое в Ельне. Выполнены мероприятия на 100% по жилью. И сейчас решается вопрос о ремонте кровель административных зданий. По согласованию с Ельнинским районным военным комиссаром, я тоже благодарен подполковнику Таланову Вячеславу Юрьевичу, который также оперативно принял меры для того, чтобы, так сказать, задействовать для выполнения этих мероприятий воинские части Ельнинского гарнизона. Они тоже принимали участие в ликвидации последствий данного стихийного бедствия. Особенно мы уделили внимание семьям ветеранов Великой Отечественной войны и семьям погибших, так сказать, в локальных войнах в Афганистане, в Чечне, которые там, у нас три таких семьи. И вот именно воинской части мы привлекали именно для решения этих проблем. Остальным, в общем-то, оказана была помощь всем семьям. И уже вот утром дня последующего за смерчем практически работы были выполнены к вечеру. На 80% были выполнены работы по ликвидации последствий. То есть были закрыты крыши рубероидом, в последующем закрывали шифером. Также было установлено электроснабжение и связь. К голосу природы следует внимательно прислушиваться. Смерчи и впредь будут посещать нас, и к этому нужно быть готовыми.